Рамісники Могилевщина экспонуюсь на выставах новый вид сувениров, сярод новинок, льняные дорожки и навод диваны, которые упрыгожены соломкой. Майстры рассказывают, что такие речи у минулое стагодди были популярны у селянских хатах. И вось рамісники отродили этот вид декоративно-прикладной творчести. Подробности у Татьяны Сергейчик. Композиции с кветок живелы. Звычайный селянский мотив. Сегодня нават со старожилу мало кто узгадая вось такие диваны. Мешковина инкрустована соломкой. А неколи это было сапраўдным упрыгоживанием хаты. Все ковры выполнены по старинной технологии. Ну, у нас они маленькие где-то, чтобы удобно было их перевозить по выставкам, по ярмаркам. Но в старину были ковры даже до где-то 2 на 3, 3,5. Какая мастерица, если она захотела похвастаться перед соседками, значит, она большущая делала ковры. Даже вот и находили такие ковры в пределах 2 и 3 метров. Эту технологию отшукала и отродила рамесник из Гулского района Софья Месник. По словам специалистов областного центра творчести, и она одиная у Могилёвской области овалодала гэтым стародавним майстерством. Акрамя диванов по такой же технологии робить дорожки ти рушники упрыгоживания для столов. Она делает вот такие вот рушники. Вот у нее коллекция таких рушников. Это уже современная? Это уже современная мешковина, да, и вот она вот так вот ее красиво оформляет, как и подарочные сувениры. Причем такими сувенирами особливо цікавятся замежные гости. До речи, фарбы на соломку майстрица робить так само по стародавнему рецепту – з раслин. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболев, новини региона.